15 декабря в парке культуры и отдыха Еликовской рощи состоится открытие лыжного сезона. После торжественной церемонии открытия состоится массовый забег на лыжах, в котором примут участие жители всех возрастов, от детей дошкольного возраста до ветеранов. Приглашаются все желающие с 10 до 10.40 пройдет регистрация участников. С 10.40 можно будет наблюдать парад лыжников. В 11 часов начало массового забега.